починаємо наш захід, нашу прес-конференцію. І на початку хочу надати слово Юрію Доброву, юридичному раднику коменданта Одеської області. Я Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Прошу. Юридичний радник коменданта Одеської області, полковник юстиції Добров Юрій Іванович. На сьогоднішній день в ході проведення бойових дій по захисту незалежності і територіальної цілісності України Збройними силами України затримана кількість десятків, ну, в зоні безпосередньо виконання завдань на території Одеської області, Миколаївської і Херсонської, вже десятки затриманих військовополонених Збройних сил Російської Федерації, які незаконно перейшли границю кордони нашої держави і проводять агресивні дії, саме збройної агресії відносно населення нашої держави. Україна як підписант Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яка була, нагадаю, прийнята, підписана ще 12 серпня 49-го року і набрала чинності для України 3 січня 55-го року, суворо дотримується тих норм, які як країна підписант цих конвенцій взяла на себе зобов'язання поводитись військовополоненими тим чином, які передбачені саме цією конвенцією. А саме, передбачені такі права військовополонених, як гуманне поводження без будь-якої дискримінації, заборона насильства, калічення, залякування, тримання в заручниках, наруга над людською гідністю, засудження та покарання без судового рішення. Повага до особистої честі цих затриманих осіб, утримання і надання відповідно медичної допомоги, які потребують полонені, надання харчування, відповідно надання можливості на справедливий суд у разі звинувачення в скоєнні відповідних порушень, які вони скоїли у складі своїх підрозділів. Щодо додаткового протоколу до Женевської конвенції, ці положення не розповсюджуються на осіб, які є шпигунами, тобто, якщо вони здійснювали свою діяльність з прикриттям, використанням без відповідних знаків приналежності до підрозділів тої армії, яка здійснює агресію. І в такому випадку на цих осіб не розповсюджується положення Женевської конвенції, і вони не користуються цим захистом. Крім того, Женевська конвенція, протокол, додатковий протокол передбачає, що таким статусом не користуються найманці. З метою імплементації Женевських конвенцій Міністерством оборони України було видано наказ міністра оборони номер 164 від 23 березня ще 2017 року, де чітко передбачено порядок дій військовослужбовців Збройних сил України з військовополоненими і з безпосереднім виконанням дотриманням норм міжнародного гуманітарного права. Там чітко визначені механізми, в тому числі затримання, їх переміщення і подальшого утримання військовополонених, в тому числі ці функції покладені на певні військові підрозділи в зоні проведення активних бойових дій і на військову службу правопорядку, яка здійснює етапування до відповідних місць утримання цих військовослужбовців. Хочу зазначити, що Україна суворо дотримується тих правил і норм, які взяла на себе зобов'язання, підписавши Женевські конвенції, на відміну від Російської Федерації, яка здійснює бомбардування мирних населених пунктів, житлових будинків і об'єктів, які перебувають під міжнародним захистом, в тому числі і об'єктів цивільного захисту населення, об'єктів, які містять відповідні небезпеки для населення в цілому. Тому на сьогоднішній день вже велика кількість на території України затриманих осіб перебуває. Рішенням відповідно держави створюється табір для утримання військовополонених, і подальші дії будуть
здійснюватись у суворій відповідності до положень Женевської конвенції. Щиро вам вдячний. Я хочу предоставить слово, ім'я, фамілія, отчество і всі дані, які ви предоставляєте. Пожалуйста, Роман. Я Родионов Роман Евгеньевич, 02.07.2001 года рождения, уроженец города Березовки Свердловской области. Я полностью осуждаю военные действия Российской Федерации. Мне в корне не нравится то, что русские войска производят на территории Украины. Я надеюсь, что эта война скоро кончится, что российские войска сложат оружие и уйдут с украинской земли. Я в корне не поддерживаю нашего президента. То, что он совершил, то, что он приказал сделать российской армии, это ужасно и страшно. На этой войне уже полегло много и российских солдат, и украинских, и мирных граждан. И я надеюсь, это скоро прекратится. Я понимаю, что мы пришли сюда как захватчики, узурпаторы. Я признаю свою вину полностью и ни за что больше не ступлю на украинскую землю с оружием. Просьба еще называть род войск, которых... Воинскую часть. Да, воинскую часть. Пожалуйста, следующий. Я Головцов Иван Викторович, родился в городе Северодвинск Архангельской области, являюсь начальником автомобильной службы 34-й горной бригады Карачаево-Черкесии. Получается, 23 февраля получили задачу, часть ее о передислокации в Крым, а оттуда 27 числа на территорию зашли Украины. Получается, не поддерживаю то, что сейчас происходит, потому что гибнет просто большое количество нипочем не повинных мирных жителей. Гибнут дети, гибнут старики, просто разрушается, вот где проходят войска, разрушается полностью инфраструктура, уничтожаются города. То, что происходит, это просто ужасно. Не понимаю, как такое могло произойти. Просто не знаю, почему нельзя это все мирным путем решить. То, что происходит, это просто какой-то ужас. Просто разрушается судьбы тысяч людей. Просто тысячи людей гибнут. И на украинской земле, и наши судьбы все разрушаются. Просто я против того, что происходит здесь. Иван. Меня зовут Темный Иван Сергеевич. Я родился 20.10.2000 года в городе Москва. На территорию Украины мы зашли 126-76, бригада отдельной береговой охраны, разведчик, гранатометчик у меня должность. Значит, 24 числа мы зашли на территорию Украины. Нам никто не доводил о том, что мы будем какие-то военные действия проводить на территории Украины. Нас поставили в колонну. И за час до отбытия, когда уже, ну, грубо говоря, ничего изменить нельзя, нам сказали то, что мы выдвигаемся на территорию Новой Каховки. Среди нас, среди экипажа, уже были люди, которые заранее хотели, ну, когда они об этом услышали, я был их в том числе, что мы хотели отказаться просто. Ну, вот, у меня отец, сестра живет в Украине, и я знаю, какая тут обстановка с народом, с правительством, осведомлен был в том, то, что, ну, тут как бы люди не нуждаются ни в помощи, ни в чем. Тут люди самодостаточные. Как бы без Российской Федерации тут все и так держится особняком. Мы тут просто как, я даже не знаю, захватчики, мы тут враги, просто враги. Мы пришли на чужую землю, где все хорошо, где наши, как бы, в наших действиях тут никто не нуждался. Я каждый день, ну, подтверждаю свои слова сам себе, как бы, когда я вижу, я уже переобщался с большим количеством людей, с сотрудниками и с мирными жителями, сотрудниками больниц,
все в шоке просто от действий Российской Федерации, я в том числе. Желаю дальнейшего прекращения военных действий на территории Украины, чтобы это дошло до моего президента, чтобы это дошло до наших военных командиров, начальников, что это можно прекратить, и это нужно прекратить, потому что очень много товарищей моих погибло, молодых, очень-очень-очень молодых друзей моих. Так же, как и с украинской стороны, куча мирного населения, просто ни за что, ни про что, мы тут не нужны. Как нам говорили, то что непосредственно уже во время войны, нам говорили то, что вот, тут людей, там, как бы, как это правильно сказать, ущемляют и так далее. Да это все неправда. Я вот сейчас убедился в этом абсолютно, хотя мне и до этого родные говорили. Тут ко всем относятся хорошо, к нам относятся очень хорошо. Я отмечу то, что нас, к нам относятся просто потрясающе. Это удивительно, то, что к военнопленным, которые пришли захватывать украинские земли, так хорошо относятся. Ну и напоследок хотел бы сказать то, что я бы хотел извиниться перед украинским народом за свои действия на территории Украины. Хочу, чтобы все это прекратилось как можно быстрее. И мы все-таки, всех нас собрали, и мы уехали отсюда, потому что это не наша земля, и российский флаг тут висеть не должен, мне кажется. На этом все. Шановні колеги, ми переходимо до серії запитань-відповіді. Чітко представлятись, говорити засіб масової інформації і питання ставити російською мовою. Починаємо телеканал 1+1. Будь ласка. Телеканал 1+1, Сергій Осадчук. Я хотів би задати вам один вопрос. Сейчас, кроме того, что Украина, уже весь мир видит, что ваша армия четко убивает мирное население. И об этом подтверждают те ребята, ваши сослуживцы, которые пачками сдаются нашей армии. У меня один вопрос. Вы, насколько я понимаю, двигались со стороны временно оккупированного Крыма. Какие четкие были у вас задачи по убийству мирного населения? Если можно, ответьте, пожалуйста. Задача убивать мирное население у нас не стояла. Когда мы 24 числа ночью нам доводили приказ, нам говорили, что мы двигаемся как мирные захватчики. Мы не должны были убивать мирных, мы должны были убивать только военных, если они сдаются, брать в плен. Мы не должны были уничтожать инфраструктуру и тому подобное. Но, как оказалось уже в бою, убивали и мирных, и разрушали здания, и ничего из перечисленного командирами не выполнялось. Были полностью разрушены дома, города, поселки и убита куча народу. На каком этапе был отдан этот приказ? Мы находились уже у границы Украины, у города Армянск, ночью 24 числа, перед выездом к границе Украины, нам довели этот приказ, что мы идем как мирные, никого не должны убивать, только военных. Когда поменялся приказ? Когда мы уже находились в Херсонской области, нам доводили, что мы уже должны отстреливаться в случае стрельбы по нам. И любое сопротивление гасить. Ваши ответы. Ну, от себя хочу добавить то, что напротив, мы как 24 числа мы не получали вот такого четкого приказа. У нас была колонна, марш, нам объявили сколько, километраж. Четкой цели не было, но непосредственно за час нам сказали то, что уже час как идет бомбардировка Украины. Мы выдвинулись. Дальнейших четких приказов не было абсолютно никаких. Мы двигались колонной. Без остановок, без ничего. Никакой информации со стороны командиров не было.
Первая остановка была, это Новая Каховка. Также никаких четких действий не было. То есть нам сказали занять позиции и удерживать их. Потом в дальнейшем, когда уже начался прям в пылу боя, прошли первые сутки, на вторые сутки в тех местах, где мы укреплялись, мы помимо того, что следили за обстановкой, ну где военные и как, ну проводили разведоперации, также в наших местах в сборах всех гражданских мы либо отгоняли, либо те, кто появлялся два или более раз, мы забирали к нам на допрос, ну узнавать, не передают ли они информацию украинским войскам. Приказов стрелять по мирному населению мы не получали. Как, собственно, в дальнейшем, и когда мы зашли в село, ну, возле Николаева, где нас, собственно, разбили, там вообще, в принципе, пропали какие-либо приказы, было радиомолчание, и мы просто были брошены. Просто брошены очень как бы большое количество техники, просто нас стояли и разбивали, а мы даже не могли понять, что происходит. Следующее задание, телеканал «Интер». Андрей Анастасов, телеканал «Интер». Вы уже частично ответили на этот вопрос. У меня вопрос тогда вот к вам двоим. Видите ли вы какое-то несоответствие с тем, что вам говорили командиры, направляя сюда, об обстановке в Украине? То есть какая ваша задача, с какой миссией вы там, с какой задачей сюда выдвигаетесь в Украину, с тем, что вы видели впоследствии? То есть, проще говоря, что вы думали или что вам говорили, направляя в Украину, и что вы видите сейчас? Ну, получается, перед тем, как, когда мы сосредоточились в Крыму, перед тем, как заходить на территорию Украины, вообще никто никаких слов, каких-то бесед, никто ничего не проводил. Я так понял, это, наверное, было сказано для того, что, потому что, если бы сказали правду, что идут, что нас ведут на боевые действия, ведут воевать, просто люди бы поотказывались, бы испугались. Там у нас все люди взрослые, у всех свои семьи есть. Просто никому это не нужно было. Поэтому все держали в тайне. Потому что если узнать вот эту, заранее все узнали, что на самом деле будет, все бы, большая половина, да и все бы уже отказались бы участвовать в этом. И когда уже непосредственно вот меня 5 числа взяли в плен, я вот начал общаться с людьми, увидел своими глазами до 5 числа, когда я эвакуировал технику, видел своими глазами, здесь все обычные, адекватные, такие же люди, как и мы. Здесь нету какой-то злости, вот я сколько здесь нахожусь, ко мне все по-человечески относится. Я не вижу того, что для чего это все. Здесь нормальные люди, у всех свои дома, свои семьи. Все говорят на русском языке. Мало кто что-то на украинском. Просто такие же люди, я не понимаю, зачем это. А вам вот проводили работу с вами, вам кандидаты? Нет. Про там бандеровцев, да? Вот. Нет, ничего такого не было. Телеканал «Рада». Добрый день, телеканал «Рада», Татьяна Дежина. Насколько я поняла, вот по возрасту у вас уже есть семьи, есть дети тоже. И вот какое оправдание вы себе найдете и какое объяснение своим родным, почему вы пришли стрелять в наших мирных людей? Оправдания нам нет. Мы шли, можно сказать, вслепую. Нам ничего не доводили. Что, куда, зачем, почему. Никакой конкретики. Мы спрашивали, куда мы двигаемся, почему мы туда идем. Нам ничего не отвечали. Мы понимаем, что мы пришли на чужую территорию, что мы захватываем мирное население, убиваем, грабим. И мне очень стыдно за то, что творит российская армия. Я не смогу смотреть в глаза украинскому народу, этим женщинам, мужчинам, детям. Это ужасно.
Да, я полностью с этим согласен. Если честно, наверное, надо, чтобы немного времени прошло, чтобы переосмыслить это внутри себя, понять это. Ну, какого-то, если честно, даже прощения, даже как-то же, ну, стыдно просить. Ну, как можно просить прощения, если тут погибают мирные люди, ни про что, ни про что. Да, мы как бы просим прощения, извиняемся за это все. Ну, честно, даже не знаю, что и сказать.